Раз, два, три. Всем привет, дорогие друзья. Приветствую на своем Twitch-канале. Да, сегодня у нас необычный стрим для нашего канала, нашей аудитории. Это Moonblade Bannerlord. Значит, ну, первую часть, это вторая часть этой игры. Первую часть в свое время я играл еще, наверное, до 2010 года. Или году в 2010, наверное, они начали выходить. Очень понравилось, очень было интересно. Так, сейчас я, наверное, немножечко звука подубавлю. Вот, и, ну, зависал прям несколько месяцев, поэтому, когда вышла эта новая версия, и ребята из группы команда, наверное, взялись за перевод, перевели, как бы сразу же все скачало, вот уже тоже несколько дней в нее зависаю. Значит, давайте мы, наверное, вроде я все сохранил. Ну ладно, там разберемся. Начнем новую игру. Немножечко я уже в нее поиграл, немножечко разобрался. Вот. Играть будем на реализме, без каких-либо сохранений и перезапусков. Ошибок будет много. Ошибок будет много, поэтому, возможно, пуканы будут гореть, и быстро мы продвигаться не сможем. Значит, в чем суть? Суть в том, что есть некое выдуманное королевство Кальрадия, да, в которой есть, вот как сейчас можно это видеть, 6 культур. Зайдя за одну из культур, ты появляешься один, выживаешь, развиваешься, строишь, покупаешь, воюешь, да, это все, скажем так, еще рыцарское время, 1900 какой-то, ну, в смысле, 900 там какой-то год. Или тысячный. Вот, и пытаешься завоевать влияние, построить свое государство и так далее. Значит, есть, как я сказал, 6 культур. Да, то есть я предлагаю как бы сейчас выбрать одну культуру, пытаться в этом районе катать, набирать войска именно этой культуры, их тренировать, развивать и пытаться подняться, да, скажем так, до создания своего королевства. Значит, вландийцы, потом путешественников Запада, которые веками жили под гнетом империи, прежде чем стать независимыми. С падением империи они стали хорошо организованными феодальным сообществом, которым управляла группой дворян, жаждущих войны. Воины этого королевства предпочитают использовать пики и тяжелую конницу. Воины этого королевства. 20%. Короче, не будем читать тогда каждое из этих государств, каждую из этих культур. Просто знакомимся с бонусом, который дает эта культура, если ты ее выбираешь. Значит, ландийцы дают на 20% больше опыта для войск во время сражений. Предпочитают использовать пики и тяжелую конницу. Стурги. Хорошие охотники и путешественники, они могут месяцами быть в дороге с целью поторговать или кого-нибудь ограбить. Это северный, скажем так, народ. Бонус только по передвижению по снегу. Имперцы. Имперцы здесь более, я бы сказал, такие классические, что ли, да, то есть тех времен народ а-ля Рим и так далее, то есть поэтому, наверное, они имперцы называются. Бонусы не дают скорости в 20% для строительства городских зданий, ремонта стен и осадных машин. Асирай. Создание караванов на 30% дешевле, торговый штраф меньше на 10%. Вот Асирай, в принципе, да, торговый караван, это прикольная вещь, которая позволяет хорошо зарабатывать. Так, ну, много кланов, да, кузаиты, так, типа кочевников, да, судя по юртам. Дополнительный бонус в 10% скорости для всадников на глобальной карте. Вообще, эту игру, наверное, нужно проходить, и будет интересно проходить под флагом каждой отдельной культуры, и каждый раз это будет по-новому. И батанцы.
Ну, это вообще непонятно кто. Перемещение по лесу. Штраф скорости меньше на 10%. То есть в лесу здесь ребята рулят. В строю друг с другими воинами, а не на коне. Они пользуют двуручные топоры и мечи для победы над своими врагами. Двуручные топоры. Двуручные мне не очень нравятся. Мне больше нравятся со щитами. Ну, здесь либо братьям перцев, либо вландийцев. Вландийцы, потому что 20% больше опыта к своим войскам. Асираи, ну там они будут в пустынях в основном. Надо будет подниматься. Ну, тоже, наверное, неплохо. И караваны обходятся на 30% дешевле. Еще и торговый штраф меньше на 10%. Тоже неплохо, наверное. Блин. Ладно, давайте начнем за вландийцев. Если что, если вдруг зайдет, будем тогда за всех уже проходить. Итак, здесь окно создания нашего персонажа. Ну, что-нибудь сейчас мы ему замутим такое быстренькое, подготовленное, похожее там нашего кореша Рагнара, да? Кто? О, он уже подкрашен. Уйти назад. Рост ему. Тембр голоса. Line Ой, господи. Вот цвет где-то вот такой. Кого-то прищемили. Make a shield wall! Ну, вот так вот, наверное. Ladders up! Ну, рост не надо, наверное, сильно маленького, сильно большого. Ну, как бы так. Окей. Окей. Нормас. Дальше здесь выбирается семья, из какой семьи он был. Да, то есть были слугами барона, и от этого будут зависеть наши почему здесь плюсик горит? Так, ваш отец был управляющим местного феодала и так далее. 10 очков навыка и 1 очко фокуса для навыков. Верховая езда и древковая. 1 очко для атрибута харизма. То есть это очко мы сможем раскидать. Одно очко для атрибута интеллект. Почему не хотелось бы качать силу, езду и так далее? Мы в любом случае будем гонять с мечом, там с древковым оружием, с луком. Будем стрелять, да, и тем самым эти навыки так или иначе будут сами собой развиваться. На лошади будем ездить. А вот эти качают очень непросто. Да, то есть здесь приходится как бы это то, с помощью чего мы можем влиять на людей, например, лидерство, способность вдохновлять. Вы можете наполнить отдельных людей уверенностью, а также пробудить энтузиазм и мужество в больших группах. Так, обаяние. Обаяние нам понадобится во время переговоров с другими лордами, знатью и так далее. Ну и торговля, само собой. Значит, упор тогда делаю на вот этих трех блоках. Эти три блока как-нибудь сами вкачаем. Ну, наверное, вот городские торговцы самый оптимальный вариант. Окей, были торговцами. Это уже пацан. Когда он был пацаном, кстати, прическа такая же. Он проявлял. А, в детстве вас ценили за навыки лидерства. Дает нам к хитрости и к харизме. Плюсик. Это не хитрость, это тактика. Хитрость это тактика, да? Запечатляющую силу. За внимание к деталям. За любовь к числам. Мы опять же получаем к торговле, к инженерии. За обаяние. Вот, наверное, за обаяние. Его любили. Пускай его любят за обаяние. Либо в животном. У нас здесь... Ладно, за обаяние. Будем все-таки вот это вкачивать. Взрослее вы проводили большую часть своего времени на стройплощадке, на тренировочной площадке городской стражи. Дает нам тактику. Тактику и ловкость.
с уличными бандами. Плутовство и владение одноручным мечом. В доках это нам дает выносливость. На рынках и караванах. Опять же, качаем обаяние, лидерство с вашим учителем. И уходит за решение. Ну давайте на рынках и в караванах. Итак, вы росли, но в Кальдаре невозможно избежать последствий войны. Вступили в гарнизон. Были разведчиком. Дают луки. Ну вот луки бы тоже, наверное, прокачать. Тренировались с пехотой. Наверное, все-таки вот мы будем прокачивать немножечко луки тоже, потому что лук это, наверное, первое, с чем можно будет побегать. Так, прежде чем отправиться в жизнь полную приключений, вашим самым серьезным достижением стала победа в дуэли. Растем. Правка каравана дает нам харизму. Осада. Выносливость, истинная честь. Дает нам обаяние и управление. Так, управление. Ваше знание того, как сделать последнее процветающим, может вам управлять деревней или же городом. Блять, здесь пока выберешь это все. Ну туда же. Туда же, в ту же степь. Итак, когда на вас напали, вы выжили благодаря чему? Одарению налетчика в дуэли. Догнали их стрелами. Быстрые лошади обманули налетчиков. И обвинили постояльцев таверны. Да, вот так. Ну, здесь возьмем, наверное, по стандарту. Очень много теперь зависит от того, какие какую сложность мы выберем. Значит, здесь я точно все ставлю реалистично. Единственное, вот здесь мне непонятно, да, то есть ставит нормал, ветеран или челленджинг. Ну, наверное, это то, наверное, как будут наши бои проходить. Давайте давайте, наверное, с ветерана, со средненького начнем. Режим смерти, то есть нас могут любой, кто захватит, могут теоретически казнить, убить. Ну и автоматически будем раскидывать умения членам клана, чтобы мы не тратили на это время. Ну и поехали. Так. Это брат Ногант, некий Ногант. Мы 3 дня отслеживали этих ублюдков, кажется, скоро настигнем их. Ля-ля тополя. Это, короче, тренировочный лагерь. Ну, в тренировочном лагере я, наверное, участвовать не буду, потому что это тоже дополнительное время. У меня сегодня буквально пара часиков. Как бы 15 минут которого мы уже потратили. И сразу же перейдем в открытый мир. Пропустить обучение. Итак, ну как-то вот так это все выглядит. А, Вальрадия. Мы кто? Мы валандийцы, да? Надо будет к валандийцам уйти и пытаться к ним, наверное, к ним же на службу попасть. Ну а потом уже развиваться дальше. Итак, через несколько часов после того, как вы покинули тренировочную площадку, вы наткнулись на раненого, лежащего под деревом. Вы делились с ним водой и пытаетесь перевязать его раны как можно лучше. Проведав о том, что он путешествующий доктор, незнакомец решил отблагодарить вас за помощь и вручил небольшой бронзовый предмет, который когда-то ему подарил воин, и рассказал, что он как-то связан с безумием Нереция. Вы решились узнать подробнее об этом предмете. Так, я не знаю. Пускай это будет под Рагнара. Кто смотрел викингов. Ну,
что еще выбрать здесь? Раз, Раша, наша Раша. Лоброк. Окей. Как лобок. Итак, цвет. Цвет нашего знамени. Так, это... А, символа и знамени. Знамя у нас, наверное, будет все-таки красненькое. И какое-то знамя можно выбрать. О, Феррари. О, Феррари. Мустанг. Мустанг или вот этот, или вот этот коник. Коник, 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 коник. Есть олени какие-то с собаками. Бировцы. О, прикольный. Короче, очень много здесь всего того, что можно поставить. Давайте, наверное, вот мне нравится конь. Конька такая. И мы будем, наверное, все-таки, да, красные. А этот желтый. Вот такой вот беленький, наверное, да? Ну, это типа наш план. Клановый. Клановое знамя будет. Итак. Давайте мы посмотрим. Королевство Вландия. Лидер его Дерзерт. Дерзерт какой-то. Некий Дерзерт. Так, а я не туда, наверное, зашел. Так, еще раз. Королевство Вландия и ее кланы Фьорды. Фьорды. Ну, Феоды. Феоды это типа его владения. Они уже воюют с Тургией и Братство Лесов. Обалдеть. Давайте замок, замок, замок. Ну вот, Саргот. Это некий город, там мы и пойдем. То есть эти вот красненькие они, ёшки-матрёшки, смотрите их где. На самом-самом-самом западе. То есть нам бежать сейчас через всю карту. Главное не попасться никому, чтобы не нарваться, так скажем. Не попасть в плен. Итак. Восстановите свой клан. В чем здесь задача наша главная? Нанять спутника одного. Достигнуть ранга 1 клана. Достигается за счет известности. Увеличить свой отряд до 20 человек и заработать 2000 денег. И здесь безумие. Нам необходимо встречать любых лордов. Беседовать с ними о безумии Нереции. Да, я не знаю, может быть это немножечко кривоватый будет перевод, поэтому не обращайте внимания. И выяснять у них, что здесь произошло и про что здесь шел разговор. Итак, у нас есть одно очко. Так, обаяние у нас есть. Тест торговли. Личный при первом знакомстве со знать, у вас есть 10% шанс получить плюс 2 к отношениям с ним. Необходимый уровень 25. 15. 15% снижение штрафа торговли. Давайте штраф торговли, потому что торговать надо будет много, покупать, я имею в виду. Обаяние, лидерство. Лидерство есть. Вы можете дать несколько хороших уроков начинающим бойцам. Отлично. Более того, средний ежедневный бонус XP для войск 1-3 ранга. Ежедневный бонус, сколько тут отряд? Нет, давайте все-таки 1-3 ранг, потому что они качаются... Ну, скажем так, тяжко, и если ты будешь за кем-то гнаться, то, наверное, будет хорошо. Так, ну здесь у нас совсем все печально, здесь почти все печально. Я не знаю, куда вот это очко потратить. Куда его? Вахлак, здорово. Что такое происходит? Прием, тишина, проверка звука. Так, серьезно, что ли, проверка звука? Нет, давай-ка меня не пугай, вроде все есть. Если нет, то, блин, напиши, если ты серьезно. Итак, у нас здесь есть луки, наверное. Давайте... Я не знаю, серьезно. Чему добавить? Сюда же к лидерству, наверное, лупанем. Пофиг, докачаем его уже до фокуса. Итак, поехали. У нас... Фарон. Некий фарон. У нас есть питание на 2 дня. Так как мы одни, но расходоваться будет немножечко
дольше, чем обычно, но все-таки купим еще. Ай, шерсти нам не нужна. Шерсть нам не нужна. Нанимать людей пока здесь не будут, и имперцы мы попытаемся... попытаемся дойти до вландийцев и, соответственно, оттуда уже нанимать людей. Итак, купить товары. Зерна, винограда. Потратили. О, бляха-муха. Как все быстро у нас. Как у нас быстро. Переносимый нами вес уменьшается. Итак, наши вражины, смотрите, могут нас поймать. Мы их, если не победим, то нам придет каюк. Кстати, что у нас есть? У нас есть лук, у нас есть стрелы и некая булава. Окей. Мы сейчас попробуем зайти в этот город. Так, все, проскочили их. В этот город и попробовать... Нет, нет у нас здесь никаких турниров. По дороге будем пытаться поучаствовать в турнирах. Это нам может дать некие бонусы к... Но прокачки я не уверен, а вот к... Ну, если победить, то можно некие плюшки поиметь. В плане там... разных... Контрабанда. В плане разных мечей, шлемов и так далее. Так, и вот присоединение к турниру. Прекрасно. Ставки ставить я никакие не буду, потому что, скорее всего, мы сейчас сольемся. У нас нет никаких навыков в работе. Так, за кого мы? Мы за желтенький. Кстати, баннеры я тоже отключил, чтобы они нам не мешали. Ну, вот, например, можно взять, если победить этот турнир, можно будет получить данный меч. Меч, который просто, ну, просто так может дороговато стоить. Итак, мы сегодня на коне. Минус. Уйди, уйди. Кидай меня. Так, мы какие? Мы... Вот я не знаю, какие мы. Мы точно не синие. Мы желтенькие. Воу-воу-воу-воу-воу. Дань, ну. Так, это свой. Это свой. Нет. Так, секунду. Показывает союзных войск, иначе я сейчас из своих всех попереубиваю. Так, синенький не наш. Не успел. Если я сейчас один останусь, будет печалька. Да вот этого срочно валить. Опля. Что-то подтормаживает, такое ощущение. Лошадь, 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 лошадь. Быстрее иди ко мне. Есть. Мы остались вдвоем, да? Попробую слепить ему лошадь. Есть. Теперь он мне лошадь, скорее всего, снесет. Воу, было больно. Сучёныш, блядь.
Так, ну мы прошли, следующий мы зелененький. Оу. Давай, вали, вали его. Ох, зря я ему помог. Сильный чувак. Так, это я один остался. О, блядь, а их двое. Ну это кирдык. Надо прятаться за него, иначе сейчас... О, отлично. Пока он не устанет... О, тётка. Ускакивая от него, пока он не устанет. А здесь... Если он не устает, вот это, конечно, небольшой минус. Так, ну где из-за красненьких? С нами имперский тихотинец, Хасава, продавец специй и императорский сержант-арбалетчик. Так, опа, раз на раз. Так, я против тетки, судя по всему. Твою мать, вот сейчас будет больно. Сейчас будет больно. Все, просрали турнир. Козлина, конечно, сдох он. Сдох он не вовремя, бляха. Ну ладно. Идем дальше к валандийцам. Следующий наш город. Давайте вот. Судя по всему, в этой империи идет турниры, поэтому мы сейчас будем. Оп. Будем пытаться в них участвовать дальше. Ну а дальше будем накапливать силы, набирать войска. Прокачивать их. Пытаться. Так, подождем некоторое время. Че, ножик не дадут? А, нет, ножик. Ножик не дадут в этот раз. Так, на арену. Есть турнир. Поехали. Так, мы за синих. О, блядь. Лучший дед наш. Не вариант вообще. Ссаные лучники. Чё стоит? Ибо ловит морду лица. Ну здесь все, здесь слили сразу. Лучник, конечно, подвел гнида. Хорош. Хорош. Твою мать. Давай, беги. Если сейчас этот чувачок выиграет, то мы можем и пройти дальше. Но я сомневаюсь. Хорош, давай еще. Хорош. Прошли. Так, теперь мы за синеньких. Опять мы. Так, и... да не беги ты вперед меня, придурок. Я сейчас тут за тыльник дам. Все, кирдык. Оп. 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 Ай. Конечно, мы к своему подходим, может, полегче будет, но видишь. Нет, все, просрали мы второй турнир. Пошли нахер отсюда. Этот придурок просто, он уже не слушает меня, он тупо бежит вперед и все. Ну, в смысле. Ой! Назад. С четырьмя мы можем и не справиться. Так, замок, замок, замок. Замок. А где еще и город больше нету, что ли?
ну все уже. Добрались до своих. Вландия. Оп. Лучше обойти. Пока мы не готовы с такими биться. Ну все, начинаем рекрутировать. 50. А нет, уже просрал. Выполнять надо задания этих чуваков, да, вот смотрите, то есть эти товарищи нам выдают людей, чем больше ты у них завоевываешь доверие, или как-то сказать, лояльность, да, то есть тем больше за раз они могут тебе выдавать людей. Так, лесные разбойники, их я не победю. С таким количеством людей. Проверим здесь турнир. Здесь ничего нету. Ну, пока нет у нас денег, чтобы кого-то нанять, что-то взять, поэтому мы все-таки продолжаем сейчас. Вот этих сейчас попробуем побить. Продолжаем понимать людей и параллельно с этим будем искать. Оп, морские налетчики тоже серьезные ребята. А вот и наш первый. Первый чувак, с которым надо поболтать. Вы кто такой? Я танкист. Ты сам кто такой? Короче, все здесь представляются. Бля, сейчас. О, блядь, кашель у меня что-то. Поэтому сидите все дома. Не цепляйте заразу. Здесь мы с ним знакомимся, там все дела. Он сейчас мне рассказывает. Я его спрашиваю, что такое безумная Нереция или Нереция, Нереция. Ну, короче, какая-то хрень. Да, и он начинает рассказывать, что это была великая битва. Тра-тра-тра-тра. Мы всех там побили. Побили, и вот он спрашивает, а как вы там проходили на Пандрейке на этом? Он говорит, оу. Все были молодцы, мы сражались как боги. Я говорю, окей, спасибо. Короче, вот таких мне надо найти. Найти надо 10. Глаза из ведра, да. Так, это морские налетчики, да? Блять, я не знаю. Пехота, 5 человек. Давайте попробуем их догнать. Попробуем их догнать. О, мне еще и помогают. Чувачок этот мне еще и помогает. Здесь, конечно, без вариантов. Так, стоп. Не нравится мне вот это вот. О, это тема. Так, все вперед. Да вам ничего не достанется. Вообще-то я хотел прокачаться на них немножечко. Но здесь, походу, без вариантов. Что-то бежать не успел. Ну ладно. Так, у нас на 2 дня еды всего лишь. Давайте еще кого-нибудь найдем. Так, здесь я брал людей. Здесь я уже забрал. Оп. Еще один идет, чувачок. Слава победа, не заметили, кого затоптали. Во-во. Итак, вот он, еще один чувачок. С ним тоже сейчас переговорим. Тоже на Пандриаке, там все дела. Это была пирова победа. И рассказывает свою историю. Окей, спасибо тебе, чувак. Мне пора идти. Так, у нас здесь уже 10 человек. Вернее, 9. 10-й я. Нам надо теперь найти какой-нибудь не очень... не очень сильный отряд каких-нибудь бандитов. И попытаться их победить. Тем самым прокачать своих... чуваков, как это будет... Так, ну это понятно, как это будет происходить. Давайте попробуем посмотреть. То есть есть у нас валандийский доброволец. У него идет прокачка по получению опыта в эту сторону. Превращается, так скажем, в лучников и стрелков, да? Либо вот в эту... ну, соответственно, в эти стороны, да? То есть
Эти валандийские боец авангарда, наверное, тоже сильный боец. Блин, а если взять только валандийцев, тогда у нас не будет каких-нибудь конных стрелков. Это небольшой минус. Ладно, конных стрелков, если что, блин. Без кавалерии здесь... Она решает, конечно, решает. Лучники решают, кавалеристы. Ну ладно. Оп. Вот они, 5 разбойников. Поехали. И стоять. Куда пошел? Куда пошел? Стоять, сказал. Целый день, целую ночь мы за ними гнались, и под утро только нашли. Итак, у нас сколько? У нас 9, их 5. Давайте мы их немножечко закружим. Ребяток отправим. Сразу же в бой. Что там игра заставляет, типа прокачка? Нет, к сожалению. И к счастью, даже им сказал. Воу-воу-воу-воу. Помогли как смогли, но в принципе нам в меньшей степени нужно было именно самим участвовать, да, вот и за один бой трое уже у нас прокачались. Пойдем сейчас пока их по веточке левенькой, да, у нас, по-моему, там наши лучники. Давайте глянем еще раз, да, пойдем сейчас по арбалетчикам и как бы прокачаем всех арбалетчиков до топа. Потом уже начнем с кавалерии. Так, есть у нас уже теперь 3 стрелка. Не туда нажал. Потратили за это 45 монет. Блин, надо не забывать, что денег еще нету от слова совсем. Поэтому здесь, конечно, надо быть аккуратней. Так, зато мы вроде как поднакопили немножечко жратвы. Давайте мы ее сделаем так, чтобы она у нас не продалась по случайности. А это все имущество будем скидывать торговцам. Все продаем, оставляем только наши. Только нашу еду. Так, еще у нас появится рыба. Народ появился, поэтому не сидим. Мы теперь можем немножечко больше. Ладно, много не буду, потому что денег нету реально, надо сейчас... Оп. С ней разбойники. Давайте тоже поучаствуем. Вот эти вот стрелки, сколько я помню с прошлого своего прохождения. Они тоже достаточно сильные. Сейчас могут положить практически всех наших бойцов. Поэтому, возможно, даже я... Зря это сделал. Так, давайте сразу в атаку, я их попробую отвлечь. Ну, как здесь отвлечешь, если у меня нету даже щита? Кстати, щит надо купить срочно. Пускай пока стреляют по мне, а эти ребятки бегут. В принципе, о, отлично. Если их перевести в ближний бой, то станет уже полегче. Что они толпой как минимум... Как минимум толпой смогут его за... запикить. Отлично. Вообще они такие серьезные ребята. Еще один прокачался. Уже в арбалетчики пойдешь. Отлично. А, и пленные. Пленных тоже можно брать. Чей? Некий бродяга. Я не уверен, что мы сможем его прокачивать своим навыком. А, такое. У меня даже вообще же ничего нету. Даже малейшей защиты, малейшей брони. Отсутствует всякая броня. Так, этот город пока мы отключим. Будем периодически поглядывать, есть ли здесь турниры. Турниров нет. Торговля, щит. Самый дешманский хотя бы щит надо. Блин, ну не 100, конечно. Прочности. Хотя бы 126, конечно, дорого. Ладно,
Пойдет хотя бы пока такой. Итак, 10. 10 на 10. У меня есть вроде как стрелки. Ну блин. 10 пехотинцев. Перемотки у нас никакой не будет. Сохраняться, кстати, надо один раз сохраниться, чтобы... Чтобы... Где вот здесь? А, вот здесь вот, да? Это стрим на Twitch. И вот это сохранение у нас будет постоянно, когда мы будем здесь стримить. Давайте попробуем его догнать. А, нам помощники пришли. Чего он не орёт? Тоже ребята качаются, судя по всему. Блондинский пехотинец. Жарпеним. Мои даже не успеют, судя по всему. Нет, смотри, кого-то повысил. Нет, это не наш. У нас никого. Так, рубаха это хуже. Оп, 9 разбойников. Оп, вот это уже опасно. Не хочу нарваться, чтобы они были вместе, и тогда их станет даже еще больше. Опа, укрытие. 9, 5, 4. В укрытиях тоже может быть хороший лут, но прежде чем... Оп, 13, пофиг, валим. Если объединяться, даже валим. Но прежде чем это убежище, как его сказать? Так, стрелков нету, да? Окей. Давайте пока. Loose formation! Рассредоточимся, им пофиг. А-а-а, у меня тактика вообще не работает, что ли? Короче, пока мы стреляем, и у нас есть с вами щит, я предлагаю все-таки их крутить. Чтобы они бежали на меня, пытались меня убивать, а не наших бойцов. А бойцы пускай стреляют и качаются. Останется мало, отправим всех в атаку. Давайте все в атаку. Вроде без потерь. Трое повысили свое мастерство. Так, грабителя тоже забираем. Этот бродяга хочет к нам. Возьмем. Как думаете? Владиский новобранец. Мы идем с вами по левой ветке, решили пока, да, идти. Блин, ну я хочу именно войско создать именно вот из этих чуваков. Да, пускай. Бери, у него шапка красивая. Давайте до этих тогда тоже доберемся. 5-0 у нас. 4-9. Я их не догоню, только если они затупят, когда они упрутся. Какой-нибудь уголок. Как вот здесь. Оп. Сдохни, гад. Ну, короче, приблизительно пока будет вот такой. Скажем так.
Контент. Archers! Так, у меня два лучника появились. Вставайте. Forward! Дендеро, в плен не брать. Предатель всегда проститутка. Здорово, спасибо. За то, что заглянул. Да, в принципе, согласен. Так, ребятки, давайте-ка его в атаку уже. Блять, я лоханулся. Один ранен. Но ранен это ладно, он отвылечится. Это нормас. Лоханулся, видишь, они пошли сразу на этих, на моих стрелков. Надо было это спрогнозировать. Итак, я еще что не сделал. Я себя, наверное, назначу врачом-хирургом. Буду тихонечко пытаться качаться. Жалование по 18 я плачу, это, в принципе, немного пока. Давайте продадим все, что мы награбили. На 126. Да блин. Много говорю, кашель прям. Кашель прям кашель. Берем еще людей. Пропустил ее. Смотри, первую, говорю, первую часть я играл. Она была совсем старая, там графика плохая. Здесь сейчас уже такая графика немножечко приподнялась. По сравнению с тем, что было, да. Она вот буквально в марте, 30 марта вышла. Это вторая часть в ранний доступ. И бета-патч, скажем так, у нас сейчас. Так, и я забыл сдать пленных в рабство. Надо будет сейчас, если выживем, если у нас их не заберут. Надо будет их сдать. Продать рабство. Игра убойная, вообще убойная. Я прям тащился по ней, по первой части, по этой части прям. Ну сейчас еще чуть-чуть, сейчас еще чуть-чуть уже спать. Блять, пошли уже спать. Сейчас, сейчас еще чуть-чуть. Какого там хера пытаешься выловить. Так, мне пленные. Пленные режут скорость, окей. Давайте. Давайте возьмем еще человечков. И сдадим пленных. Потому что они нам режут скорость на 0.24. Total War все прошел. Тоже классная игра. Обалденная, согласен. Так, давайте к таверне. Продаем. Торговля. Смотрим, что у нас здесь. А пищи-то у нас вообще нету, вы прикиньте. Давайте 3 зерна, 3 рыбы, сыр возьмем. И у нас кто-то прокачался. Ну, кстати, тот бонус, который мы выбрали в самом начале, каждый день. Небольшому XP, первый, третий уровень. Бойцов получают опыт. Независимо от того, воевал ты, бился или не бился. То есть такой достаточно интересный бонус. Так, смотрите, сколько людей. А у меня 668. Я их прокормлю? Блин, где взять денег? А деньги мы можем поднимать, выполняя задания. Реально. Давайте-ка мы сейчас подождем. Вот он, задание, например. Контрабанда из Лагетта. Давайте посмотрим, что он хочет. Как политухи. Политухи пока, блядь, отложилось из этой игры. Я Юкор, я ремесленник, простой работяга. Здесь Лагетта мне, других членов, честных людей, как также работяг, желают, чтобы я говорил от их имени. Окей. Вам нужна помощь в одном дельце? Можно и так сказать. Я в поте лица работаю. Для тополя есть ограничение на количество единиц товара, что я могу продать. Поэтому я продолжаю зарабатывать гроши. Пока остальные получают достойную прибыль. Чем я могу помочь? Ты можешь отвести 6 единиц моему контакту в Ортизе.
что поможете выжить мне на какое-то время. Торговцы в этом городе, скорее всего, будут в ярости и подавать юридические жалобы, конечно. Но надеюсь, что не придется иметь дело с этими проблемами. Ну, типа, да, окей. Мы эту фигню получили. А вот и другой чувак. Он нам говорит, что один из городских торговцев желает с нами поговорить. До нас дошли слух, что вы приобрели товар у Юкор, кожевник. Что ж, по нашим законам, только торговцы, проживающие в городе, могут покупать товар непосредственно у ремесленников. Я не хочу нарушать закон, вы можете забрать товар. Блять, надо было другое выбрать, я так денег не получу. Мандюк я. Но зато мы... А с этого 5 до минус 5. Задание провалено. Ну, я вообще молодец, конечно. Вот тоже здесь как вот выбрать? Если бы я выбрал... Выбрал бы... Так, где я? Вот я. Это один, этих 8. 3, 4, 5 и 1. Погнали. Если бы выбрал, что нет, я все-таки это доставлю, ну, поиспортил бы с этими, с торговцами отношения, с тем бы поднял. Зато я поимел бы денег, наверное, все-таки надо было все-таки отвезти. Блять, кашель заколебал. Аккуратнее, ребятки, аккуратненько. Эй! Какаха касается. Че, предлагаю этих ребят бросить в атаку? Это ведь сейчас разбегутся, убегут. Своего лупанул. В игру добавили много дополнительных элементов. Уникальные настольные игры в таверне. Местные шайки в городах. Ну, да, кстати, шайки есть. Я еще ни одну не разбирал. Но игры, конечно, это... Я никогда не умел-то в них играть. Здесь, поди, еще и на деньги. Кстати, я даже не пробовал. Так, имперский новобранец. Откуда его взял? Твою мать, я... Ну ладно, не получилось у нас. Имперский лучник. Не получилось у меня создать армию чисто из валандийцев. Давайте мы этих надо будет куда-нибудь потом скинуть. Я, получается, в имперском городе просто набрал себе войско. Поехали опять к себе во Вландию. Да, так уж. Давно какой-то кашель дурацкий. Так, 13 на 22. 22. 22. 22. Так, у меня в основном одни только... Одни только стрелки. Два, пять, шесть, восемь. Восемь стрелков. Восемь стрелков из 13. Да, и 5. Нет, мало пока. Так как мы с вами без пересохранения. Не хочу рисковать.
могу, сука, откашляться. Давайте здесь глянем, что у нас есть с укрытием. Ух, ёшки. Серьезные ребята. Нам без вариантов. Так, продадим этих. Торговля, что у нас по еде? По еде у нас почти ничего не осталось. Народ близко не подходит. Ну, а мне, видишь, сейчас через стрим. Точно не заразитесь. Так, я что хотел? Хотел все-таки имперцев, наверное, отпустить. Я немного лоханулся. Имперцев я отпущу. Всех берем баландийцев. Первые хотя бы армию. Хотя мы всего на 21 человек можем рассчитывать. Пока что. А, подождите. Я же качнул уровень. Так, на что, за что у нас отличается? Способность вдохновлять вы можете наполнять отдельных людей уверенностью, а также в больших группах. Как выучить дух в своем сердце? Берегите и возглавьте армию. Так, личное повышение боевого духа на 6, увеличение размер гарнизона, гарнизона на 6, так. Отношения с персонажами. Лидер отряда, умение штрафа на торговле, блядь. Где у меня здесь? Преимущество ТВ плюс 1,2% умений, количество солдат необходимо предупредить. Повышение боевого духа под вашим командованием. Ну, допустим. А где здесь то? Вот, квартирмейстер. Увеличение размера отряда на 1,5, наверное, процента. Квартирмейстера, получается, мне надо качать. А, нет, управление. Это... Как мне сделать так, чтобы мой отряд был больше? Лидерство. Давайте, ладно, хрен с ним, с лидерством, с этим. Нет, все равно 21. Не то, короче, я что-то качу. Блядь, с этим я не разобрался. Так, давайте. Набираем валандийцев. Все уже вычистили. Так, печи у меня на 4 дня. Попробуем все-таки взять какое-то задание. Так, есть задание. Проводить стадо. Окей. Двенадцать голов в лагет. Я из лагетта. Если вы направлялись на лагетта, Джон виноторговец. Окей. Я сам их сопровожу, сопровожу. Пожалуйста, будьте осторожны. Окей. Бандюки вроде европейские, твои вроде на славян похожи, а на стринах цехохлы. Так, итак, где я? Где я? Нанять людей. Берем. Итак, нам нужно попасть с вами из мод в лагетту. Так, она уже у нас отмечена. Точечка. Ёпта, далеко. Ира себе.
Поехали. По дороге можно, конечно, накирдунть вот этих вот ребяток. Давайте накирнем. Они быстрее, судя по всему. Знаете, если их станет 17, 18, а у нас 14. Ой-ой-ой. Да, их стало 18, твою мать. Как бы не попасть нам в плен. А-а-а, еще и деревья. Твою дивизию. Так, лучники вот сюда. Давайте лучники вот сюда. Пехота сюда. И ждем. Лучники вот сюда. Forward! Пехота, вы вот здесь стоите. Forward! А я пошел их крутить. Других вариантов нет. Главное, чтобы они как можно позже подошли к моим бойцам. Иначе нам всем кирдык. Лучники, пока их будут обстреливать, мы их пытаться будем тоже обстреливать. Охереть. Это плен, ребята. Это плен и проваленная победа. Вы лучшие. Вы лучшие. Один всего погиб. 4 раненых. Одним из них я. Бандущики, судя по всему, в деревнях пропадают. У них, если ты про город, то у них в городе есть своя там тусовка. Ребята, мы затащили. Ну, не мы, конечно. Мои ребята затащили. Красавцы. Итак, у нас сейчас добровольцев. Вот в смысле... А, овечек нам надо было сопроводить, да? Давайте мы их ни за что не продавать. Это все можно будет продавать. Мясо тоже не продаем. Лошадей пока у нас нет. Ну, огонь чё? Можем сейчас продаться. Немножечко поиметь денежек. Так, еду мы оставили, овец оставили. Пиво, ёшки. Все остальное Г продаем на пятихаточку. Нормас. Людей нанять. У меня нет пехоты, нанимаем. И торговля. У меня на 36 дней пищи. Нормас. Поехали. Поехали в Лагетту. Так, четверо у нас лечится. Знаете, я думаю, на нас не кинутся. И в меньшинстве. Вот сюда можно будет вам сходить, когда прокачаемся. Даже. Возможно, богатые. И опять же, нам нужно все-таки найти товарищей лордов, которые смогут нам рассказать про это знамя, не знамя. Туда. В обход надо идти. Ты не дала 7. 40% здоровья у меня. Оп. Кто такие? Куда гнём? Куда идем? Деспрюн. Благородный. Чей он? Западная империя. Но он почему-то без этого. Он почему-то, ну, ничего мне не хочет рассказать. Либо мы его уже встречали, он нам уже все рассказал. Окей. Так, в таверну продаем этих пленных. Пленных мы себе брать не будем. Людей не нанимаем, а сразу идем к виноторговцу. По городу, кстати. Сейчас я покажу этих ботиков, которые в городе добавили. Четыреста всего. Вы офигели, ребятки. Так, и надельно. Да-да-да-да. Опасный район. Он 94 метра. Погнали.
как какой-то вот такой вот городок у нас. Ой, пожопки. Не отзвездюкали бы меня в этом опасном районе. Короче, наша главная цель сейчас взять немножечко себе людей, обучить их, подготовить. И потом накопить деньжат для каравана. И за счет этого будем подниматься. Караван прям нормально приносит деньжат. Ёпты. Здесь нету прохода. Понастроили здесь. Ха, на варяга по лицу хохол. Но мы хотели, да, варяга именно викинга сделать в плане внешности его затылка, можно так сказать. Короче, вот здесь ребятки тусят, вот они такие. Все дела там туды-сюды. Что здесь происходит, чувак? Расспрашиваем, мы тут присматриваем за честными бродягами, следим за тем, что никто не громил их прилавки. А если... работягами. А если они в знак благодарности захотят дать нам монетку или две, ну что ж, мы не будем возражать. Также предложим... Кто-то хочет купить какой-то товар. ТТТ, даем немного серебра под небольшой процент, разумеется. Окей. От Мавея горничная. Мавея горничная. Теперь исчезни. Понял, не дурак. Это ж Рагнар, да. Рагнар, танкист Локброк. Да, совершенно верно. Кстати, варяги здесь есть. На севере тоже некие варяги. Можно было бы за них зафигачиться. Ну да ладно. Так, торговля. Мы все продали вроде, да. Все купили, что нам необходимо. Окей. Едем назад, собираем дальше армию. Вообще, иметь бы знание, да, в том плане, что влияет ли разношерстность у тебя в отряде бойцов, то есть я имею в виду разных наций, влияет ли это на боевой дух, их знания, умения и так далее. Было бы, наверное, интересно. 5-0-4-9, но мы их догоняем. Первую свою армию я все-таки этих 20 человек хочу сделать валандийцами, как и сам. Сейчас поставим эксперимент, добегут ли они до нас. Успеют ли, вернее, добежать. Давайте вот сюда вот оттянемся все. Все сюда. Forward! На вышку. Здесь будет стоять пехота. Здесь будет стоять лучники. Никто никому не мешает. А я на горе. О, блин, лошадка такая прикольная. Успеют ли они добежать? Вопрос. Ну и босок у тебя в игре. Мороз по коже. Да, такой прям мужицкий. Валите его. Готов. О, блядь, настреляли ему в бубен. Так, всех пока на лучников, на арбалетчиков. Итого у нас будет 2, 4. 2, 6, 9. 9 уже будет. 9 из 20. Давайте мы сделаем 12 лучников. И остальных сделаем пехотинцами. Сейчас у нас их всего 20 можно взять. Поехали обратно к себе, короче. Сюда. 1300. Нам надо 1015. Так, вы никто мне ничего не расскажете, да? Опа. 22 разбойника.
Давайте вот так, я вот сюда встану сейчас. Если они сами на меня нападут, ну, будем, значит, биться. Сюда, если не нападут, биться не будем. Так, у меня 14, у них 22. Теоретически мы можем это сделать. А, Вахлак. Танкист Лодброк, блядь, а я Лаброк написал. Да, у нас вот он, чувак. Вот он, наш клан. Он, наверное, редактируется уже на именование, да? Я, кстати, не помню, что у этого было. А, ворон. Ёб, давайте ворона выберем. Лагброка же ворон. Ворона была. Его. У него на флаге. Флаг сделан еще черным. Ну, окей. Таким образом. Нормас. Короче, стою вот здесь. Если нападет, значит быть в битве. И не факт, что я выживу. И у меня один раненый еще. А, эти их спугнули. Ладно, сейчас подождем, пока пройдет армия. Может, он вернется. Армия, короче, шуганула его. Не захотел. Не захотел. Ну, окей. Хотели нанять людей. Игра огонь, игра офигенная, ребята. Это просто когда сядешь, начинаешь разбираться, когда у тебя потом появляются деньжата, когда у тебя. Так, вот это опасная. Вот это опасная стычка. 15-19. У них здесь лесные разбойники здорово, сука, стреляют. Можем обгадиться. А вот сейчас уже нет. Поехали на 11. 3-4, 3-4, блядь, я их не догоняю. Назад. Девяточку. Погнали. Приду посмотрю, можно ли... Вместе бегать, если что, я в доле. Я понял, но вместе, к сожалению, здесь не получится гонять. Ну, в смысле, вместе онлайн здесь, типа, чисто такие глобальные битвы, там, стенка на стенку, там, так, сейчас нас будут зажимать. Сейчас нас будут зажимать. Он хотел, не пошел этот нижний. Так, все вперед. Все вперед, а то ни хрена нам не достанется. Вот они, наши черные щиты. Есть. А, нет, смотрите, один у нас ранг получил. Один у нас получил уровень. Так, итого у нас стрелков уже 9, да? 9 стрелков и 8. И 8 бойцов. Короче, потом там такие глобальные битвы. Осада замков, осада городов, дележка, политика. Там потом такие эти шумихи, это там с ума сойдешь. Так, нанять людей. Нанять людей. Все, 21. В принципе, у нас полная коробочка. Мы сейчас покупаем себе провизию. Смотрите, оливки производят, что ли? Давайте 15 оливок возьмем. Разнообразие пищи 300, много. 10. Разнообразие пищи, она приводит к тому, что мы повышаем боевой дух нашей армии. Ну, как-то вот так. Да? Окей.
Поехали, продадим все Г, которое у нас накопилось, и пойдем искать других лордов, с которыми можно будет потрещать, поговорить. Так, торговля. Здесь вроде подороже должны Г вся так и продавать. Поньк, поньк, поньк. 21 день. Нормас. Это все продаем. На арену. Нет никаких. А давайте спросим. Спросим, где у нас проходят сейчас турниры. И туда пойдем. Клинок, все. Да. Давайте потренируемся. Да какой он немедленный. Ай, не там блок поставил. Короче, здесь нужно определить направление удара. Давайте еще раз. О, мы уже с этим. Блядь, арбалетчик. И Россия. Подкрался сзади. Возьмем. Короче, за каждых трех, по-моему, мне платят пятеру. Если победить и дойти до конца, вот сейчас у нас там противников осталось 20. Заплатят 250 рублей. Ну или там чего, монеток. Можно подобрать, кстати, его. Фига не знаю. Можно подобрать еще один щит, если этот разобьют, возьмем следующий. Здесь могут щит разбить. Единственное, чего мне не хватает и чего, наверное, хотелось бы. О, блядь, какой бежит. Так, арбалетчик, я не хочу к нему спиной. Сейчас по мне будет работать. Так, те пускай бьются. Арбалетчика боюсь. Так, отлично, его заняли. Давайте этим тогда займемся. О, блядь, там еще один арбалетчик. Так, ты-то такой. Трое. Все. Двое. Трое. А, все, мы все здесь. Все здесь. Последний. Еее! Блять, это не часто это удается. Но 250 рубасов зарубили. Хорош, я так и не узнал, где у нас проходит турнир. Джукалас какой-то. Поставим на него меточку. И Артизия. Поставим на нее меточку. Хорош, хорош. Прям нормас, нормас. Мне понравилось. Так, все, мы закупились. 21 день есть еды. Артизия. И Джукалас. Давайте сходим, наверное, сначала в Джукалас. У нас вроде как поближе. О-о-о. Прям это... Прям того. Напомню, что у нас реалистичный режим. Хлопнуть. Ладно. То есть урон, наносимый нашему персонажу, достаточно высок. Единственное, что мы здесь не сделали, да, я напомню, что поставили... Где? Вот здесь ветеран. Можно поставить челленджинг. Господи, кашель. Можно поставить челлендж, но пока на ветеране. В меньшую сторону точно не буду уменьшать. Если только увеличим потом уже до челленджинга. Либо пишите сейчас, можем сейчас прям увеличить, если вдруг. Ну, в комментариях на ютубе, кто, наверное, выложит эту запись. Так, поехали.
все, что ли? Я профукал весь этот. Все, профукал. Здесь уже закончились турниры. Эх, я. Так, здесь снимаем. Здесь снимаем. Прикинь, где я только что был. Теперь там у нас турнир. Мог бы этот хер сказать, что в ближайшее время у них там будет подожди денек. Вылавливаем вот такие большие войска. Нам нужен с отрицательным знаком для того, чтобы посмотреть. А, вернее, поговорить с ними. Ждем до утра. Поговорить с ними о том, ну, по нашему, короче, квесту. Давайте присоединимся к турниру. Я, конечно, голенький. Мне очень будет непросто в этом отношении. Так, мы желтенькие. Где я-то? Так, заряжаем. Ой, сейчас придут мне люли от кебаб принесут. Есть один. Заряжаем. Их! Не потому я хотел. На, ёп! Вот этот страшный чувак. Может в бочины прилететь. Так, срочно нужен щит. Если вдруг я останусь один, то хотя бы со щитом можно будет закрыться. Окей. На, ёп. Попал ему. Так, они все на меня, что ли? Ребята, вы не прихерели? Ребята, вы не прихерели? Сучка. На, ёп. Садись быстрее садись. Погнали, наши городских. Ага. Давай сейчас прижмемся как к стеночке. К стеночке. Опа. Мне главное его остановить, потому что у него копье. И желательно где-то возле стенки. Или вот так вот сзади. Ай, на маленькой скорости у меня больше преимущества. Затащили всю команду, ёп. Так, у меня штука вспотела. Погнали, мы за синеньких. Мы за синеньких, если что. Так, я опять с арбалетом. На, в табло. На, в табло. О! Наклонился, гаденыш. На, еп. Танкист получил уровень. А, кстати, я, значит, на турнирах качаюсь. Это прикольно. На. Я не по мне. Хорош. Хорош, синенькие победили. Мы опять за синеньких. Фух. Аж страшно. Смотрите, какая шапка. Зря я на нее посмотрел. До этого не обратил внимания. Блять, надо его закрывать, этого идиота. Иначе они меня вдвоем потом разберут. Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хорош. Ура! Ну и так. С этим чуваком, которым сейчас только... Ой, блядь, какая плохая идея. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорош. Потому что здесь блок можно реально, ну, пропустить. То есть ты понимаешь, что он ведет с этой стороны, но чисто автоматически ведешь блок в другую сторону. Из-за этого можно как бы это... Ну, шапка. Шапка это нормас. Давайте ее примерим. По броне.
Блин, железная такая. 21 защита головы. Чпоньк. А тебя оденем. Это то, как я выгляжу в городе. Это то, как... Ну, это то, как я выгляжу во время битвы. Так, продавать мне нечего, покупать мне нечего. Где-то ищем... Мы с вами ищем сейчас турниры плюс лордов. Правильно? Правильно. Хотите применить? Да, хотим. Ребятки подросли. Грабителей можно сдать. Так, и танкист получал уровень вроде. Да, смотрите, трешечка у меня есть. Ну, давайте, окей. Нет, здесь мы докачали лидерство. Обаяние докачаем. До конца уж. И начнем одноручные, наверное, качать. Потому что в основном я все-таки буду с ними. Либо с древковыми на... Ладно, сначала одноручные. Не знаю, почему так она расходится, эта фигня. Но время покажет. Правильно ли мы делаем. Так, здесь мы были, идем в таверну, продаем своих пленников. Следующий наш город, это вон тот. Давайте вот этих ребятюль попробуем догнать. Два и два. Блять, они сейчас объединятся. Ну, даже 23. Имея... О, блядь. Имея этот... лучников, мы, в принципе, нормально можем их потеребонькать. Бля, 2 дня за ними гонюсь, охереть. И пришел на то же место. Блять. Давайте вот этих потеребонькаем. Тоже отказываются? Гаси. Так, а у них что есть? А, мы не покажем, да? Кажется, они медленно передвигались. Возможно, у них есть пленные. Так, артиллерия сюда. Работаете. Пехота пока ждем. Долбим, 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 ребятки. Сейчас я их пойду еще покружу. Поехали покружим. Не так, конечно, было их на высотку. Чё-то их много тикает. Попробуем разобраться и с ними тоже. Мы их разделили, в принципе. Так, пехота в атаку. Хорош. Так, пехота. Пехота куда, блядь? Назад. Назад, пехота. Пехота в атаку. Коль будешь шикарный за мной. Красава. Так, одного нам все-таки сложили. Да, одного ранили. Но ранили это не смертельно. Блять, простите за мой кашель, я просто много говорю, судя по всему. Так, мы троих еще. Так, давайте посчитаем. У нас... Опа! У нас теперь 47, может быть, человек, чуваков. Значит, 20-ку смело. Упасим. Половину, как минимум, я хочу сделать стрелками. Смотрите, мы одного уже топика добились. Один у нас валандийский стрелок топовый. Чувак. Для этих, скорее всего, понадобятся кони. Поэтому пока мы по этой ветке не пойдем. Итак, раз, четыре, семь. Семь и вот эти пойдут. 7, 12. 12, 8. Можно еще, короче, нанимать сейчас людей. Единственное, непонятно, как их прокормить. Давайте продадимся.
Кстати, у меня перчаток вообще никаких нету. Хотя бы такие забубенить. Это уже неплохо. Поехали. Поехали на турнир. Мы идем на турнир. Здесь ребята, я не помню, батайцы, по-моему, да? По-моему, мы за них читали, что они любят двуручные. Нет у нас квестовых чуваков. 1024 войска идет. Они, по-моему, любят двуручные мечи. Вот с двуручниками у меня, конечно, могут возникнуть проблемы. Без щита здесь тяжеловато. Сырье с завышенной ценой. Да не хочу я вам это сырье продавать. Так, на арену. Хрен там. Прикиньте, в Саргот. Мы сейчас только там были. Сейчас только были в Сарготе. А вот здесь еще поехали сюда. Так, давайте вот с этим переговорим, чуваком. И ты кто такой? Что-нибудь знаешь? Голодок. Голодок. Где-то вот здесь его увидел. Вон уж куда надо идти. Ну ладно. Пойдем в ту степь. Присоединяемся к турниру. О-о-о. Точно не победить. Слишком вкусненько. Да. Ну вот как сейчас после против лучника идти, да? Не. Не этого, ни щита, ничего. Как вот против нее идти? Здесь есть щит, судя по всему. Щит бери. О. Так, это свой или нет? Походу это свой. Я осел, ребятки, я осел. Он же не может двуручный меч нести и щит одновременно. Надо было со щитом подходить к нему. Но кто кого, от этого зависит, проходим мы дальше или нет. Пацаны уже все истыканные стрелами. Что нам теперь будет? Меня допустили, потому что, наверное, я там хлопнул все-таки одну тетку-то. Да, меня допустили. В следующем раунде мы участвуем, и мы опять за синеньких. А, были за желтых, теперь за синеньких. Опять с двуручным мечом. Хорош. Специалист по бабам, да. Так. Красненький. Да, теперь с двуручным топором. Хорош. А-а-а! Вот сюда вот спрячусь. Если я к нему пойду, он будет по мне работать. Иди вот сюда. Я здесь один хочу стоять. Выйди, сказал. Ты козел. Да выстреляй! Вот придурок. Все, кирдык, мы продули. А у меня одна стрела, и все, и у меня кирдык. Не туда сделал. Хорош, победили. Победили. А то, о чем я говорил, не туда, просто вынес блок.
Ну и у нас опять двуручные где-то есть. У нас двуручные мечи эти, топоры. Хорош! Какую мы себе одежонку-то зафигачили. Смотрите, какая красота. Чего, мне? Она хуже, чем моя? Нет, броня 24. Для рук и для ног, да фиг с ним. Зато для тела будет нормально. Смотрите уже, как выглядит. Путёвенько. Да, теперь все бабы наши, точно. Кстати, здесь еще жениться можно. Так вам, к сведению. Зерно дорогое что-то. Вообще никакого имущества у меня нету пока. Но огонь. Огонь. Так, мы здесь никого не нанимаем. Эту фигню снимаем. Пока идем с маленьким отрядом, его тренируем. И идем вот в этот район. Это здесь ходит чувак, с которым мне надо переговорить. Здесь никого нет из чуваков. Первая брачная, не факт, конечно. Дядька по-любому здесь его нету, да? Он где-то патрулирует просто. Давайте этих хлопнем. Давайте 20 на 20, эй. Куда пошел? Куда пошел? Стоять. Разбойников вам до хера здесь. Сучёныш, догоню. Так, давайте посмотрим, где этот чувак. Два дня назад его там видели, а больше нигде не видели, что ли? За два дня он мог, конечно, уже куда-нибудь упылить. 4-9-3-4. Что-то у меня маленькая скорость стала, не понял почему. Все разграбили, собаки серые. Сколько можно за ним бегать? Так, давайте все вот сюда, назад. Лучники вот сюда, вперед. Footmen! Пехота вот здесь. Все, и ждем. О, ёпани, вот они уже. Ох, нагнулся. Ну да, даже не дошли. Поэтому и сильные наши товарищи-лучники. Но без пехоты все равно никуда. Хотели еще кого-нибудь поймать из знати. Вот его нет, да крестьяне. Это караван. Блять, у нас денег вообще не осталось.
хз, что делать. Ну ладно, надо выполнять какие-то эти задания. Не могу догнать. А почему? 4,8. У него скорость тоже 4,8. Зараза. Ой, ну ладно. Раз, пять, девять, двенадцать. Все, давайте начнем пехоту дальше делать. Мне еще и помощницы дали. Очень медленный коняшка у меня, конечно. С этим чуваком или чувихой мне надо потрещать. О, вот эта красотка, я понимаю. Блять, вот я уже не заметил, как. Мутант. Ну вот Рей Тол, мутант, этот он где-то там и будет патрулировать, судя по всему. Ох, ёпта. Далеко. Четыре восемь по скорости у него. Ну, догоним, конечно, в определенный момент, но это будет очень долго. Если он упрется в какую-нибудь фигню. О. Нихуя себе. Их 38. Воу-воу-воу. Ребятки, походу, это наш первый плен. 38. Охереть. Так, ну а чё, здесь вариантов-то нету? Archers! Forward! Погнали. Продержу их сколько смогу, а дальше как хотите. Надо убивать. Есть шанс только если их прорядить. Ugh!
какахами кидают, но так больно что-то. Давайте, пехота в атаку. Пехота назад. Нет, в атаку. Ничего, они нас забросают своими какахами. Все, ёп, выхватили. На кого подняли свою... свой хвост. Под затыльник вам причесать. Хорош, хорош. А ты-то сбежался. Пофиг. 31 их было. О, нам одного все-таки сложили. Кого? Новобранца. Новобранца, ладно. Зато как мы прокачались. Армаз. Оу. И добра много. Правда, оно дешевое, зараза, но пофиг. Итак, да, мы вот сюда шли с вами. Так, сдаем наших пленных. Торговля. Скидываем 500 единичек. Ну уже, хоть чем-то будет платить им. Возможно. И попробовать пройти в крепость. Охерели. Надо где-то его вылавливать, этого кренделя. Главу их фракции. Так, скажи мне, где... О, ты мне скажи, где он есть. О, он уже вон куда ускакал, козел. Ты стой. Фаэя. У меня есть отец, мама, брат и брат. И ей 20 лет. Чё выбрать? Фаэя, надо запомнить. Если чё, поженимся на ней. Опа, вот он. Вот он хер, который нам нужен. Здорово, кореш.
Видишь, у них ребенки рождаются, все дела. Так, итого мы с вами сколько здесь сделали? Мы с вами собрали троих, ёп, еще четверых надо найти. Кренделей. Так, мы с вами немножечко прокачались и прокачались. Мы решили все-таки, наверное, прокачивать пока одноручную. Как лошадь. Ваш верный конь, преданный и любящий животное, с которым вы прошли огонь и воду. Для него только лучшая еда и забота. Плюс 6 здоровья лошади. Спасибо, друг. Так, кстати, лошадь. Наверное, даже не это, а лошадь прокачивать, потому что хорошие лошади требуют высокий уровень. Дуська. Ладно, не про то игра. Ну, в какой-то степени я с тобой, конечно, согласен. Ёп, сколько нам скакать туда? Он там 8 раз уже оттуда свалит. Давайте еще зелененьких человечков найдем. Они, видать, воюют вот с этими фиолетовенькими. Нет, там же он пока. Ну, давайте попробуем, может быть, как-то встретим его также по пути. Есть плюс-минус одними дорогами ходят. Деньги заканчиваются. Нет даже смысла больше войска набирать сейчас. Херашеньки мы его не встретили. Ладно, может хотя бы здесь есть. Турнир? Хрен тебе по голове. И я уже все продал, у нас денег нету. Вот, например, степной конь требует... верховая езда 60, у меня такого нету. 60, то есть до 60, чтобы на боевого коня сесть, надо до 60 докачать верховую езду. Сейчас все свои силы на верховую езду тратим. Понс, какой некий понс, охереть, здесь мы уже были. Так, где я есть? Это вот здесь мы есть. Так, что здесь? Ничего здесь нету. Надо что-то кого-то стрелять, бить, убивать. Качать. Давайте вот деревню попробуем взять какое-нибудь заданице. Нифига не хотят нам давать заданицу. Здорово, Дэн, ты опять там херачишь, что ли? Красавчик. Так, и время. 2 часа уже пролетело, как и не бывало. Так, давайте мы подальше оттянемся, чтобы... чтобы подольше по ним пострелять. Archers! Сюда хотя бы. Infantry! Move! Как только они появятся, мы по ним подольше постреляем. А, они вон эти. Их он оттуда ждал. Всех сложили. Воу.
Месяц-то следующий куда идет? Так, давайте налево пойдем, потому что здесь нужны будут лошади. Хотя не обязательно. Так может идти. Ладно, идем вот сюда. Налево и потом налево, потом направо. Как ранее неделя пиздели, потом по всей России кататься. Ага, я понял тебя. Нормас. Давайте здесь продадим все. О, турнирчик. Торговля. Продать все. И на арену. Блять, давайте попробуем сделать ставки. Ну, а если прощелкаем, профукаем. Двуручное оружие, древко. Катафракта. Ну так себе. Можно, в принципе, забубенить сюда ставку. Да, то есть. По идее, если выигрываем, сразу все поставим таким образом. Не, я боюсь, серьезно. Стопэ, мы же за синеньких, ёп. Блядь, хамуха. Видели своего кокна? Турки красавчики, да-да-да. Своего взял чпунь. Опять я затих. Ай! Ай! Как так-то? Ребята, затащить. За кого мы играем? За синки? На, ёп. Раз, рано, раз. Опять не ту кнопку зажал. Сиджирон. Блять, он... Не буду я ставить, боюсь. По герой. О, видишь? Вот и все. Нет, ну это да, он, типа а-ля там лорд, не лорд, такой крутой чувак. Профукали мы ставку. Профукали. Это хороший. Но мы не берем пока их. Нам нечем пока их кормить. Да, то есть они такие крутые. Ну, это типа лорда, да? Типа короля какого-то. Они сильные чуваки. Воу-воу-воу. Пошли к ним. Так, ладно, сейчас мы тогда прервемся, наверное. Сюда поставим. 13 человек, но мы должны их перестрелять успеть. Даже не пойду их спасать никаких. Так, пехота, стена щитом. А, у нас только один за щитом.
Вы хоть кого-то там убьете, ребятки? Archer, назад! Идите вперед! Я, кстати, не уверен, что лучники по своей могут попадать. Вот я имею в виду. Так, нам одного ранили. Что-то с фразой из фильма. Да-да, я помню. Афоним, афоним. We whipped the bastard! Так. Так, есть турнир, поехали. Насчет по своим, думаю, так и должно быть во всех играх. Иначе весело будет. Ну, по идее, я как бы раньше старался, ну, останавливать лучников так раз на раз. Лучников, если... Если мои шли уже в этот... Но когда я катался... Я к тому, что боты, когда стреляют из луков, да, возможно, у них нормально в этом плане аишка, что они по своим не попадают. Это я случайно, ну, в смысле, это я часто, случайно, но часто. Так, мы за красненьких. Есть. Так, мы за красненьких. Есть. Отошел. Есть. Кто из них не наш? А, вот он. Промазал. Эй, промазал. Щит, быстрее щит бери, братан. Твою дивизию. Так и знал, но я думал, я сейчас успею щит поднять. Да, печаль. Печаль. Походу, это слив. Придурок в коне. Ему надо валить, а он стоит, блядь, ждет. Зато со щитом, да? Да, я выйду. Торговать есть чем? Есть. Еду не продаем, все остальное нахер. Короче, сейчас, когда поговорим с этими 10 человеками, станем, наймемся кому-нибудь на службу. Начнем получать денежку. Накопим 15 косарей, сделаем караван. А потом уже будем посмотреть дальше. Игрулька прикольная очень. Не, ну на любителя, конечно, жанра, да, но те, кому нравится такой жанр, это огонь игра. Причем не бомбит, ну, редко, когда начинает бомбить. Знаешь, когда меня бомбит, когда меня там я проигрываю игроку, да, в онлайне. А здесь в офлайне сидишь спокойно, никого не трогаешь. Гоняешь.
Я не догоню. 5, 14, 28, 34. А у меня 20. Но у меня вроде как прокачаны чуваки. Блять, я его не догоню. 4.9, 4.8, бесполезно. Ты кто такой? А, там, вот он, кто мне нужен. Стоять, чувак, я к тебе. Я к тебе с делом. Сейчас еще и мы поможем. Блять, лошадь попал. Двоих мы только захидрачили. Я думаю, что мы познакомимся, как полагается, мой друг. Ты только что спас меня от верной смерти. Куда деваться? Мы с ним теперь кореша. Кореша. Так, мы через левую пойдем, да? Да, через лево. Мне надо с тобой еще раз поговорить, кореш. Танкист, здорово. Расскажи мне об этой фигне. Думаю, Лукон имеет... Это чё? Какой Лукон? У тебя же горит восклицательный знак. Ты чё, дядь? Зачем тогда восклицательный знак горит? А, у него задание есть. Давайте возьмем, попробуем задание. Если, блядь, я его догоню, конечно. Так, эти воины отразились на моих людях. Говорят, что самые храбрые часто падают первыми. Меньше хотят, чтобы их сыновья становились под моим знамена, но вот воины не прекращаются, поэтому у меня есть... Нет, кого-то им там надо. Обратно в гарнизон. 4 имперских эквит. Нихера себе. Братан, извини. Ты без меня. Заколебешься, блядь. Тренировать. Что, зачем у меня здесь вот это помечено? Кто может мне сказать? Так, еще раз, с кем я уже... Я не хочу брать грабителей. С кем я уже поговорил? Вопрос. Так, мы тренируем сейчас лошадь. Лошадь. 167, ребятки, у меня жопа. Надо срочно все продавать к херам. И брать какие-то задания. Черный рынок в порос. Давай. Что делать-то? Отжать хотел бабла. Нет, надо было типа взять новобранцев и... Чего ты сказала? Сейчас за оскорбление, но я не думаю, что мне понадобится ваша помощь. Нужен кто-то, у кого есть золото, чтобы потратить его. Ах ты, сучка крашеная. Разбойничьи проблемы. Этих я точно не победю.
Люди бродили за стенами короля игроков и в кости пьяны, очень хотели преподать ему урок, но я хочу, лишняя пара рук не помешает. Что я могу сделать? Встретимся здесь через 3 дня, и мы вместе зададим им жару. Ну, окей. Через 3 дня. За 3 дня у меня уже деньги закончатся, ёпта. Главарь банды. У Яси, я с главарем банды сейчас добазарился. Будем, короче, разборки наводить через 3 дня. Давайте пока этих хлопнем. Демион. Блять. Джеймс. Так, иди сюда. Что ты здесь творишь? Чё стоишь, кого ждёшь? Ты же отжавали, не знаю я. Обсудите, мне пора идти. Разве сегодня можно во все стороны уйти? Ну да, типа того. Совершенно верно. То есть этим она и радует. Просто так бездумно не сделаешь. Все, у меня ноль. У меня ноль. Блять, надо срочно что-то продавать. Хотя бы кого-то надо догнать. Твою мать. Сейчас начну. Ты у нас нету денег, а ты нам денег не платишь. Мы от тебя уходим, пошел нафиг. Придется пока без оливок, ребятки, пожить. Блять. Мы можем еще и опизделиться от этих бандитов, которых она нам сказала проучить. Не догоню 4.9. Я никого не догоняю. Почему? У меня скорость маленькая. Минус 0.2, груз в пределах вместимости. Так, вот этих давайте. О, этих можем. Ладно, надо уже пора валить этих кренделей. Итак, что у меня здесь есть? Только булава и все, и кирдык. Но они меня положат стопудово. Стопудово положат. Давайте самых опытных повыше. Типа они рядом со мной должны будут быть. Ну как-то так. Я готов. На разборке идем. Ладно, давайте, это последняя наша разборка на сегодня. Мне потом надо будет поработать. Чувырлы такие. Такие на разборке. О, какой страшный дядька. Пришел сразиться со мной, да? Блять, смотри, их там до хера как. Неужели Аденея подтолкнуть? Послушай, нет никого необходимости кровопролития. Этот город достаточно велик для всех нас, однако, если кровопролитие, то чего ты хочешь, я буду счастлив дать тебе это. Я дал слово, и мне никто не может... Так, я... Придется платить гораздо больше, 940 динар, если тебе... Если быть точным. Вот такую цену я согласен. Но мне деньги сейчас нужны, рисковать я не могу. Добро пожаловать в наши ряды. Прикончим этих ублюдков. Ага. Ух ты, меня свои же захерачили.
чтобы их кончили, смотрите. С парочку мог бы я еще уложить, и мы бы их кончили. Охереть. Еще и испортил эти японские города. А, нет, я взял денежку, ребятки. Денежку взял. Ха-ха-ха. Нормас. Испортил, конечно, отношения с той теткой. Так, а я не могу сейчас участвовать в битве. Надо чуть немного отдохнуть. А, мы же все, мы же решили сейчас немножечко прерваться, да? Так, итак, давайте мы что делаем сейчас? Мы с вами сейчас сохраняемся. Стрим на Twitch. Вот в это сохранение мы с вами будем играть в следующий раз. Возможно, даже сегодня. Я посмотрю сейчас по обстановке, по работе, как оно будет. И на арену. О! Турнир, возможно, есть у нас, да? Давайте немножечко подождем. Еще немножечко подождем. Почему я не могу? Ваши раны... мои раны. Короче... Следующий стрим начинаем с того, что мы отдыхаем немножечко, восстанавливаем здоровье и идем рубиться на арене. Ну и дальше будем все по течению, скажем так. Все тогда на сегодня. Я рад был всем, кто забежал. Следите за анонсами в группе ВКонтакте. Буду выкладывать туда, когда будет следующий стрим. Не исключаю, что он будет уже сегодня. На выходных однозначно побегаем подольше. Если вдруг никакого форс-мажора, если я, например, еду никуда. Вот. Вроде как сейчас все по пропускам, поэтому, возможно, даже при желании даже не еду. Ну, а на сегодня я прощаюсь. Спасибо всем, кто забежал. Еще раз, да, от меня спасибо. И до новых встреч. Будем дальше следить за этим героем и что с ним станет в будущем. На сегодня все. Пока-пока. Рад был всех видеть. Всем удачи.